Всем привет от регбийного клуба «Столица». Вот и завершился 2020 год, а вместе с ним и наш сезон. Уходящий год оставляет позади взлеты и падения, победы и поражения. А в наступающем году всех нас ждут новые испытания. Мы стали сильнее, мудрее и опытнее. А значит, все преграды будут сломлены. Наши небольшие неудачи закалили нас. Наши амбиции поставили перед нами новые задачи. Мы будем двигаться к успеху. Уверенным шагом. От лица регбийного клуба «Столица» мы хотим поздравить товарищей с Новым годом. Несмотря на все трудности уходящего года, мы желаем всем двигаться только вперед. Желаем крепкого здоровья, позитивных мыслей и их реализации. Побед на всех фронтах и движению вверх. Благодарим за поддержку всех тех, кто нас поддерживал. В новом году и в новом сезоне надеемся радовать вас только уверенными победами. Движение силы. Столица одна! Столица Москва! Здесь нету мамы! Здесь нету!